Так, всем привет. Аирдроп Stellaris состоялся, который они проводили совместно с кошельком, известным блокчейн инфо или блокчейн.com. Я вообще этим кошельком не пользовался со времен еще весны 2017 года. Я вот пользовался этим кошельком, когда только майнил еще на IsHash, сюда у меня выплата была, потом я это выводил через обменник. Но тогда же я освоил и биржи, и, в общем, перестал этим кошельком пользоваться. Но из-за того, что тут была заявлена аирдроп-программа по раздаче стелляров, то я опять к нему вернулся. Для того, чтобы поучаствовать в раздаче, нужно было пройти верификацию. Вот я ее давно уже прошел. У меня тут лимит 25 тысяч долларов. Но кошельком я не пользуюсь, он у меня абсолютно пустой. Но вот сегодня мне зачислились стелляры. Я даже, честно говоря, не знаю, как тут переключить, чтобы у меня баланс в долларах показывал. Ну, в общем, обещали, что зачислят 25 долларов. И у меня в рублях почему-то показывает баланс. И вот 1600 рублей зачислили. То есть вот просто так, просто зарегистрировался в Airdrop программе, и мне дали стелляра на 1600 рублей. Продавать я его не буду, потому что, не знаю, я... Можно, в принципе, продать, Ripple купить. Ну, не знаю, не буду продавать, пусть лежит. Может быть, вырастет в 10 раз, да? И тогда это будет уже не 1600 рублей, а 16 тысяч рублей. Или можно продать, купить эфир там, или биткоин там, кому что ближе. Ну, я не планирую продавать. Они вообще, организаторы программы, говорили, что если вы хотите просто денег взять вот эти 25 долларов, то, пожалуйста, не участвуйте, потому что это вообще делается не для того, чтобы всем дать по 1600 рублей, да, а это делается для того, чтобы количество пользователей стелляра обширнее сделалось. Хотя вот я, честно говоря, не очень в централизованные верю эти все вещи. Мне больше нравится эфириум. Вот, в принципе, все. Если я скину ссылку на программу Airdrop, если вы еще не записались, я не знаю, может быть, еще не поздно, а может, уже поздно. Ну, попробуйте, запишитесь. Ссылка будет в описании видео. Ладно, всем пока.